И всем привет, вы на канале Г2, с вами снова Глеб, и как вы уже, ребят, поняли, сегодня, когда я приехал домой, и Броня меня поджидает, и он сказал, что он сегодня весь день будет меня пранковать. Мне, конечно, с одной стороны прикольно, и с одной страшно, типа пранки, а с другой стороны можно сделать годный контент, годное видео для вас. Поэтому, не знаю, выходить из машины, не выходить, просто он уже меня со своими пранками поджидает, но я думаю, ладно, пойдемте, рискнем душой. И этот пранк будет над Глебом. Так же, кто просто делал, а мы вот так же скоро палец спускаемся и поставим лукошку и накинем. Глеб! О, еще броню не забыл. Короче. Что? У тебя пранк. Блять, какой еще пранк? Так, палец поставь. Ну, поставил и чё. Должен подержать кружку 15. Ты чё? Ну-ка. Ха, я это знал, лайфхак. Точнее, этот пранк. Думал, я поведусь, да? Ребят, давай ещё раз. Просто посмотрите, если вам, друзья, скажут выбраться так, то просто вам ставят стакан, вы просто вот так вот. И всё. Это лайфхак. Из этого пранка легко можно выбраться. Отлично. Следующий пранк, ребята. Я разобью ему. Вот, ребята, я его уже разбил. Хотели знать, в чем прикол? Это просто видео. Просто вбивайте в интернете лучше шутка. Сунем телевизор. И вот. Проконите своих друзей. А сейчас посмотрим на Варя. Посумный. Он что? Глеб! Что я сделал? Дурак? Зачем поджет сломал? Я с ума сошел? Ты вообще? Ну что я думал? Смотри! Ты с ума сошел? Это пранк. У меня чуть сердце не выпало. Это пранк. Он что-то такой... Ё-моё, ты что сегодня мне весь день пранки одним устраиваешь? Я чуть не родил просто. Ты что на камеру записал? Ребят, я чуть просто не родил. Ты с ума сошел? Итак, ребят, меня уже достали эти пранки Брони. Я хочу ему отомстить. Сейчас, когда он пойдет ложиться спать, я, знаете, что ему сделаю кровать? Вот на вот эту вот. Заложу ее кубиками и закрою. Он даже не увидит. Упадет на кровать, и ему будет очень больно. Я ему отомщу. Вот этими кубиками, кстати, я буду выстраивать кровать. Итак, ребят, все уже. Наложу сюда кубиков, сейчас закрываю. И он подумает, что это просто подушка, но лягет. Им будет не очень. Накрываем. Ох, использовал наконец-то. Ох, наконец-то полежал в этих пранках. Как больно. Ах, это опять Глеба пранки. Итак, ребят, следующий пранк мой будет. Знаете, с чем связан? С Орео и с зубной пастой. Да-да-да, вы догадываетесь. Все же знают, что посреди Орео есть такая начинка беленькая. Сейчас я расскажу. Капец, они приклеились. Вот. Я хочу эту начинку заменить на зубную пасту. Это будет прикольный пранк. Кто-нибудь, например, Броня подойдет к тарелке, возьмет, укусит, а там зубная паста. Мне кажется, это довольно-таки... Будет прикольный пранк. Так, сейчас сдираем всю вот эту вот начинку белую. Ну что, можно? Так. Все. Оба не почти чистые. Ну давайте еще. Кстати, а вот я сейчас почувствовал. Реально, вот эта вот белая штука посреди, она очень даже напоминает зубную пасту, реально.
теперь можно намазать это зубной пастой. Так, и все, и скрепляем. Все, зубная паста уже там, на месте. Сейчас я сделаю еще несколько таких штучек, чтобы было побольше незаметно, и вернусь к вам. Ну, посмотрите, просто лежат печеньки и все, а там зубная паста. Надеюсь, броня попадется, поест. И мой бронк удался. Сейчас я вам покажу его реакцию. Пока что подождите. Печеньки. Что? Мятная паста. Фу, Глеб! Где твои пранки? Где твои пранки? Ребята, этот пранк будет очень жестко на Глеб. Знаете, как я его сделаю? Он встанет за дверь, и он будет держать телефон или яйцо. Пока у него пальцы будут держать, у него устанут руки, и один из этих предметов упадет на пол. Глеб! Ну что, бронзовый меня? Опять свои пранки придумал. Почему я весь день сегодня пранкую? Надеюсь, это последний. Это последний, надеюсь, пранк. Ой, пошли на руки через щели. Две руки. Что это, яйцо? Да. Боже мой. Это пранк, ты должен удержать предметы, и если одно из предметов у тебя валится, то ты проиграешь. Ой, надеюсь, ты меня так не оставишь? Ё-моё, посмотрим, как... ребята, сколько секунд у него упадёт яйцо для iPhone. Ух, ребятки, бронь меня всё-таки пощадил. Так что спас меня. Ну, понятно, этот пранк очень жесткий, мне кажется. А потом ещё жёстче будет. Хоть что-то ведь из этого явно разбилось бы. А потом ещё жёстче будет. Ой, ну нет, всё, хватит. Хотя, можно сделать, конечно, вторую часть. Когда я буду тебя пранковать. Ждите, ставьте лайки за это, подписывайтесь. Мы обязательно это сделаем. Ну а с вами был канал Г2, с вами я Глеб Бронь. Всем удачи, всем пока-пока.